Добрый день! Добрый день, уважаемые любители футбола и российского футбола в частности. Я вас приветствую в Жигулевске на матче команд «Акрон» и «Нефтехимик». Это 28-й тур МЛБ первой лиги сезона 2022-2023 года. И комментировать для вас эту встречу будет Петр Купцев. Слышали вы сейчас трибуны. И что, поехали. 2 по 45 нас с вами ожидает. Стандарты это... Либо Максим Полиенко, либо Евгений Песегов. Ну, Полиенко на поле нет, поэтому навес от Песегова. Пропускал там мяч, судя по всему. Навес Песегова, кстати, Евгений капитан команды. Знаете, Павел Шакуров не пропускал. Ну, нет, знаете, вот видно, что мяч-то больше у Акрона, но чтобы вот так вот. Ой, какая ошибка сейчас Песегова. Передача и 1-0. Пожалуйста вам. Ошибка Евгения Песегова приводит к тому, что мяч оказывается в воротах тольяттинской команды на 13-й минуте встречи. Голиадорский, точнее, не он забил, извините, конечно, он доборолся. Он доборолся, а забил Султан Джамилов. Но в любом случае, Галиуллин в последних нескольких матчах очень много забивает. И приносит очки его голы «Нефтехимику». Тольяттинский клуб не знает горечи поражения. Момент сейчас у Акрона. Будет ли удар? Да, удар последовал. И браво, Андрей Голубев. Это повтор предыдущего эпизода, когда Андрей Голубев свою команду спас. И делал передачку от Евгения Песегов, проникающую в штрафную площадь. На обустроительных дорожках. Ну, там и трафик серьезный был, и выходил Голубев. Базилюк разбегается, бьет. И Сергей Волков. Вроде бы в этом самом углу и стоял Сергей, куда мяч полетел. Справляется с этим ударом. Хороший удар Базилюка. Ну и Багис Галиуллин. Бьет и... Интересно. Опять-таки именно там и стоял Сергей Волков. Что на подборе? На подборе первый, судя по всему, это Богдан Зорин. А вот здесь вот эта ошибка, вот это да! И Константин Базилюк сейчас забьет. И забивает Константин Базилюк ворота своей бывшей команды. Зуев здесь идет борьба. Ну, я думаю, что Сергей Волков. Хотя пытался Зуев, видимо, мяч отдать Волкову. Ну, зачем Сергей так далеко вышел? Вот это, наверное, самый главный вопрос сейчас к голкиперу тольяттинской команды. Ну и Константин Базилюк забивает во втором матче подряд за «Нефтехимик». Ошибся здесь Андрей Голубев, сейчас не ошибается. Да, успел. Истекла уже добавленная минута, но здесь нужно наверняка. И все. Ну, скорее всего, во всех компонентах тольяттинцы превзошли. Штрафную. Удар. Здесь Волков надежен. Какая передача на котика. Убегает Артем. Правда, пришлось все-таки подождать Дворецкого. Вот два футболиста свежих, появившихся только что на поле. Галиуллин слева ноги бьет. И какой гол, Вагиз Галиуллин! 3-0. Вот, говоря, передача голевая будет записана Филиппа Дворецкого. Смотрите, Галиуллин с левой ноги. Оп. Здесь без шансов для Сергея Волкова. Без каких-либо вообще шансов. Такие не берутся. Я думаю, что после того, как мяч окажется в игре, уже раздастся свисток. Да, так и есть. 3-0. «Нефтехимик» побеждает в Жигулевске. И продолжает увеличивать статистику в личных встречах. Это четвертая победа подряд для нижнекамцев.